Речь будет, видео будет, в принципе, коротким. А может, не коротким, как получится. Короче, сегодня я покажу свой способ, как правильно... Вот, блядь. Как правильно заточить ножницы. По-моему, по методу левши перца. Протни клочок ножницы при помощи напильника. Другие при помощи наждачной бумаги. Третьи при помощи электронаждака. Но я вам скажу именно такого электронаждака. Но я вам скажу, это все фигня. Нужно точить, чтобы ножницы были острые. Нужно точить сейчас так, как я вам сейчас покажу. Значит, вот мой способ, как я точу ножницы. Ну, я беру электронаждак, на него ставлю диск от болгарки и делаю следующую процедуру. Подключаю и подвожу вот таким вот способом. Хочу обратить ваше внимание, что когда подводите ножницы к наждаку, нужно не вот так, а чуть-чуть, ну, такой градус, не знаю, 45, примерно 45 градусов, и не вот так к наждаку, а вот чтобы сплошмя, не плашмя вот так по всему камню, а вот так, чуть-чуть, только чтобы кромка точила вот этот. Кромка вот это вот соприкасалась и с лезвием ножниц. Если будете так точить, то заточка получится качественно. А так, ну я не знаю, я думаю, так не нужно делать. По-моему, только так. Все, сейчас пойдем резать мокрую газету, проверять ножницы, насколько они острые. Наша газета намокла, вот она в воде лежит. Сейчас будем пробовать, насколько качественно я заточил ножницы. Нет ничего хуже резать, чем мокрая газета. Режет? Режет. Другие ножницы. Режет и не закусывает. Видели? Закусывает, иногда ножницы закусывает, если они тупые или плохо наточены, а эти режут, причем режут мокрую газету. Насколько стали острые ножницы. Теперь еще маленькие, я думаю, и дети будут резать. О, ну еще пойдем порежем тряпку, как старую тряпку. Режет. И эти режут. Ну, эти, я думаю, тоже будут резать. Вот мой способ заточки ножниц. Рекомендую. Недорого и быстро.